Что ж, вам, похоже, не нравится, что следить за вашей женой будет тоже женщина. Но в таком случае, зачем вы мне позвонили? В объявлении я не скрывала своего пола. Я его отнюдь не стыжусь. Совсем даже наоборот. В расцвете своей благополучной супружеской жизни молодой генерал вдруг перестает понимать поступки и душевные терзания своей супруги. Он нанимает детектива следить за своей половиной, доверяя это важнейшее дело только женщине, по складу характера похожей на его жену. Тогда и наступает казус Белли, формальный повод для объявления войны. Это боевая машина. Вы представляете, что такое танк в городе? Войну он объявляет самому себе. Пытаясь разобраться в чувствах к своей жене, влюбляется в детектива. Инна Чурикова, Алексей Петренко, Виталий Соломин, Александр Михайлов и Барбара Брыльска. В лирической комедии Игоря Угольникова «Казус Белли». Ваш муж любит исключительно вас одну. Он, конечно, растерян. И я бы даже так сказала, он немножечко запутался. Вы пойдите, вы... Что? Вы его утешите.